Самострою не место на Люберецкой земле. В округе продолжается снос незаконных торговых объектов. На этот раз под ковш спецтехники попал павильон на Егорьевском шоссе. Его владелец забыл о главном. Хочешь торговать – соблюдай правила. Суд признал незаконным строительство павильона. У предпринимателя было время на добровольный демонтаж, но им собственник не воспользовался. Теперь ему придется компенсировать администрации средства, затраченные на снос. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.